Всем привет! Мы сегодня с Амалией в Абхазии. Участвуем в бессмертном полку. Амалия, ты с кем идешь? С мамой. С мамой и с прадедушкой, получается, твоим, да? Гусаков Иван Антонович. Это мой дед и Амалия прадед. И мы сегодня в Сухумах на параде в честь 9 мая. Всех с праздником. Действительно, с великим праздником. Я даже вчера прослезилась, Амалия, от твоего концерта. Было так трогательно. Ну что, давай уже пойдем на парад. Катюша на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий берег, на крутой. Выходила, песню заводила про степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Видишь, наверное, написано, захоронены останки советских воинов, потому что многие люди погибали, и даже такие сильные были бомбы, что там даже невозможно было понять, кто это. А пойдем посмотрим. Это называется вечный огонь. Иди сюда. Это вечный огонь, символ такой. Это называется мемориал. Вот ты спрашивала, что такое мемориал? Вот мемориал, и здесь горит вечный огонь, поняла? Да? Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать, за ним над рекою, столько лет не встречать. Раскуря вы, клен сиял.